В эфире новости на Шестом канале, в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. Сбили на пешеходном переходе. Во Владимире от наезда автомобиля пострадала женщина. ДТП произошло сегодня на проспекте Ленина в районе дома номер 62, около 9 часов 45 минут утра. Жительница Владимира переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал автомобиль «Рено». Легковушка двигалась в сторону Москвы. По кадрам, присланным в нашу редакцию очевидцами, можно заметить, что самостоятельно подняться после столкновения женщина не смогла. В результате аварии пешеход 64-го года рождения получила ушиб коленного сустава и черепно-мозговую травму. Женщину госпитализировали. Водитель автомашины с места ДТП не скрывался. Сотрудники ГИБДД проводят административное расследование, в ходе которого устанавливают детали происшествия и определяют виновных. В рамках расследования будет установлен весь алгоритм происшествия. Но сейчас можно сказать, что по предварительным данным виновником автопроисшествия будет считаться водитель автомашины, который не убедился в безопасности проезда нерегулируемого пешеходного перехода. Пневмония или пытки? Что же убило заключенного? Гор Авакимян отсидел во Владимирском ИК-6 4 года из 8. Раз в месяц звонил домой, но однажды звонки прекратились. Оказалось, что молодой человек скончался. Сейчас дело о смерти передано в отдел по расследованию особо важных дел следкома. В подробностях разбирался Константин Миронов. Дело о смерти заключенного Гора Авакимяна получило новое развитие. Напомним, осужденный отбывал наказание за наркотики в Меликовской ЭК-6. В начале июня мать погибшего перестала получать звонки от своего сына и, насторожившись, поехала в колонию, где узнала страшное – ее сына уже нет в живых. При этом Авакимян скончался 6 числа, а телеграмму родственники получили уже 11-го, когда прибыли в колонию. Это не описать, это надо показывать просто. Там это работали электрошокером. Там дубинкой работали, коленки сломаны, пальцы сломаны, половые органы сломаны. И потом, 6-го умер, нас это, телеграмму это отправили, 11-го, тот день, когда мы уже были в колонии. Понимаете, это уже очевидное убийство. Авакимян обратился в медчасть колонии с жалобами на плохое самочувствие. И только через несколько часов его отправили в ИК-3, где он и скончался. Родственникам врачи сказали, что причиной смерти стала двухсторонняя пневмония. Но родные усомнились в этом, увидев на теле Гора синяки и кровоподтеки. К нам попало видео, на котором предположительно один из представителей ИК-3 отвечает на вопросы родственников по поводу телесных повреждений. Телесные повреждения никакие. Значит, имеется мозоль на левой стопе, но это же не приведет к смерти, мозоль. На коленях были ссадины давностью не менее 2 недель. Они были помазаны зеленкой. То есть я говорю, как есть. Вот вы поэтому напрасно мне тут пытаетесь. Так же, как и мозоль, тоже зеленка была обработана. То есть не свежая эта фигня. Как считает правозащитник Борис Ушаков, сотрудники колонии пытались скрыть криминальный характер смерти осужденного и даже избавиться от тела, похоронив его как невостребованного или кремировать. При этом, по словам Ушакова, на вскрытии тела человека, смерть которого явно криминальная, представителей следствия не было и в помине, только прокурор. В его присутствии патологоанат, не имеющий на это никаких законных оснований, то есть, вообще полномочий вскрывать криминальное тело, вскрывал криминальное тело. В его присутствии он этого не отрицает, то есть он данное действие не пресек, следствию не сообщил. Вот из-за их действий непосредственно сейчас уже нету доказательств у следствия, а то бишь нету протокола осмотра места происшествия, так как все им не сообщили, они не провели, и одежды, на котором бы могли установиться следы третьих лиц, кто его убивал. Только после аудиенции личного руководителя регионального следкома генерала Еланцева дело было передано в отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Владимирской области. Правозащитник Борис Ушаков идет знакомиться со следственной группой, которая будет производить расследование. На руках повторно проведенная судебно-медицинская экспертиза. И вот к таким заключениям пришли специалисты. При судебно-медицинской экспертизе трупа Авакимяна обнаружены множественные кровоподтеки и кровоизлияния в мягких тканях подмышечных
височных областей, верхних и нижних конечностей, поясничной области. Вышеуказанные повреждения путем гемолиза и миолиза привели к развитию посттравматического острого пигментного нефроза, осложнившегося острой почечной недостаточностью, лейкоцитарной пневмонией, острым респираторным дистресс-синдромом, отеком легких. Таким образом, данные телесные повреждения причинили тяжкий вред здоровью и привели к расстройству жизненно важных функций организма, что привело к смерти потерпевшего. В настоящее время продолжается детальное исследование обстоятельств смерти Гора Авакимяна, и по совокупности собранных материалов будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, и в том числе сейчас уголовное дело расследуется по факту. Задача органов предварительного расследования установить круг лиц, возможно, причастных к смерти Гора Авакимяна. Сейчас возбуждено 2 уголовных дела по факту причинения Гору Авакимяну смерти по неосторожности в силу ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей и нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть заключенного. Константин Миронов и Егор Хрыбко. 6 канал. Работают на новые запчасти. Автовладельцы, которые трудятся в промзоне Владимира, жалуются на состояние местных дорог. Вместо асфальта там одни ямы. О ситуации на улице Почаевский овраг мы рассказывали еще 2 месяца назад. После этого дорожники провели там ремонтные работы, но в порядок привели лишь 1 участок. По оставшейся части улицы автолюбителям так и приходится ехать через бугры и ухабы. Когда промзону отремонтируют целиком? Расскажет Валерия Саенко. По такой дороге машины не ездят, а крадутся. На ямы здесь можно напороться, как на риф. Одно неверное движение — в автомобиле уже пробоина. Александр по работе в промзону ездит ежедневно. И за это лето машину ремонтировал уже несколько раз. Ездим довольно-таки часто. Каждый день на работу, с работы домой. Дорога просто отвратительная. Машины у всех в основном иномарки. Низкие автомобили, цепляем днище. Пришлось отремонтировать глушитель, заварить, да, потому что был уже момент, то есть оторвал глушитель себе. О дороге на улице Почаевский овраг мы рассказывали 2 месяца назад. Сюда на работу каждый день ездят 1000 владимирцев по таким рытвинам и колеям. В итоге 140 предпринимателей написали обращение в мэрию и прокуратуру с требованием произвести на этом участке дорожные работы. После нашего материала ямы засыпали асфальтовой крошкой, но только до середины пути. Рабочие говорят, а мы только вот отсыпем Почаевский овраг. Я говорю, а дальше что? Я говорю, улица-то одна, как дорога одна, а там адрес другой. Сделали только Почаевский овраг, а промышленный проезд, где самая страшная дорога, никто ее не сделал. Как по ней ездить? Я вот лично уже машину за лето, за этот сезон, за летний, 2 раза шаровый поменял, 3 раза рулевые наконечники поменял. Плачу налоги. На прямом отрезке дороги улица резко меняет свое название с Почаевского оврага на промышленный проезд. И сразу у автомобилистов заканчивается хорошая дорога. Здесь ямы как после бомбежки. При езде трясет даже большегрузы. За хорошую дорогу здесь устали бороться. Теперь на вопросы только отшучиваются. Не мешают ямы? Нет, ни капельки. То есть хотите сказать, все нормально, ремонта не нужно? Ну, если нашему мэру не мешает, почему мне должно мешать? Все отлично. Ненормально. На легковой здесь очень трудно проехать. Вот. То есть дорога военная и машины соответственно. В управлении ЖКХ поясняют, дорогу на промышленном проезде отремонтируют уже в этом году. Здесь проведут капитальные работы с выборкой грунта. Будут по новой укладывать песок, щебень и асфальт. К работам приступят уже в сентябре этого года. Помогут и предприниматели. Один из крупных холдингов займется прокладкой коммуникаций на улице Почаевский овраг. Они в настоящее время прорабатывают проектную документацию и строительно-монтажные работы по устройству ливневой канализации по Почаевскому оврагу. Восстановление проезжей части и транспортной инфраструктуры будет производиться уже после завершения строительно-монтажных работ по ливневой канализации. Кстати, на промышленном проезде в этом году отремонтируют еще один участок дороги. Тот, что ведет от Тракторной улицы к крупным торговым комплексам. На дорожные работы на промышленном проезде потратят 7 200 000 рублей. Валерия Саенко, Артем Горчаков, 6 канал. А теперь коротко о других новостях.
Хотел прокатиться на чужой газели. Полицейские по горячим следам задержали 21-летнего безработного муромлянина. По версии следствия, ночью в состоянии опьянения он топором разбил пассажирское окно машины и проник в салон. Но в транспорте не было бензина и покататься не удалось. Парень бросил авто и был задержан полицейскими в ближайшем дворе. Возбуждено уголовное дело. Пропал подросток. Полиция и добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 13-летнего владимирца. 29 августа Герман Королев ушел из дома и до сих пор не вернулся. Рост мальчика 160 сантиметров, темные волосы, карие глаза. Был одет в черную футболку, красную клетчатую рубашку, черные брюки и кеды. Если вы видели подростка или знаете, где он может находиться, позвоните по телефонам, указанным на экране. Наказали за торговлю вне закона. По обращению потребителя сотрудники Роспотребнадзора проверили владимирца, который торговал фруктами, овощами и бахчевыми вдоль проезжей части. Документов, подтверждающих происхождение и качество продукции, у него не оказалось. По данному факту составили протокол об административном правонарушении. По решению суда предпринимателя оштрафовали на 1500 рублей, а товар конфисковали. Приглашают на заповедный забег. Необычная спортивно-экологическая акция пройдет 7 сентября в парке «Дружба». Ее проводит дирекция особо охраняемых природных территорий совместно с областной федерацией спортивного ориентирования. Участники подростковой команды городских школ пробегут несколько этапов по лесной зоне парка и ответят на вопросы о природе родного края. Старт забега в 10 утра. Во Владимире сегодня открылся уже 6-й по счету Добросаммит. По традиции на этот форум съезжаются добровольцы со всей области и других регионов России и обсуждают, чем живет волонтерское движение сегодня. В рамках Добросаммита прошел уже 2-й фестиваль семейного творчества «Растем вместе». Организовали его городское управление по делам молодежи и детско-юношеский центр «Клуб». В его рамках семьи Владимирской области представили свои проекты в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. Также участники форума выступали на конкурсе «Минута славы» и посетили мастер-класс по семейному туризму. Тему продолжит Игорь Липский. От поколения к поколению в этом году фестиваль семейного творчества «Растем вместе» посетили 50 семей из Владимира, Радужного, Коврова, Мурома, Киржача и Суздаля. По словам организаторов, прививать любовь к творчеству нужно в семье. Цель фестиваля очень простая. Это формирование семейных ценностей, передача семейных традиций от поколения к поколению. То есть все, что связано с семьей. Это и декоративно-прикладное, и рукоделие, и вокал, и хореография. То есть «Растем вместе» со своими детьми. Вот такой фестиваль. Даже есть туристическое направление. У семьи Аксеновых-Леньковых рисование – дело семейное. У каждого свой стиль и техника. Евгения Аксенова, мать семейства, начала рисовать уже во взрослом возрасте, но быстро поняла, что нужно повышать свои умения. Записалась в кружок. Любимая техника – пастель. Дети тоже решили присоединиться к увлечению мамы. Младшая дочка Маргарита вдохновляется зарубежными мультфильмами, а ее брат Арсений – фэнтези. О фестивале семья узнала за 2 дня. Быстро отобрали рисунки. И теперь участники Добросаммита могут полюбоваться на избранные рисунки из семейной коллекции. На самом деле, я же ходил в художественный центр по учебе. Ну, в смысле, учился рисовать, вот, что-то получилось. Я смотрела много мультиков и захотела рисовать так же, как в мультиках. И я срисовывала детали с мультиков. На стоп нажимала на компьютере и рисовала их. Каждая семья участница будет награждена памятными подарками, а победителей и призеров ждут призы от Управления по делам молодежи города Владимира. Фестиваль «Растем вместе» стал уже традиционным. В следующем году организаторы планируют расширять географию участников. Игорь Липский, Дмитрий Журавлев, 6 канал. Нашли постройки Ямской слободы, старинные предметы быта и даже мину времен Великой Отечественной. Владимирские археологи рассказали о масштабных раскопках, которые провели перед строительством нового фонтана на Театральной площади. Что удивило историков и почему сезон раскопок еще рано считать завершенным, узнала Маргарита Махрова. Несколько у нас фрагментов вот таких зеленых изразцов. Это муравленые печные изразцы, которые являются своеобразным определителем 17-го, второй половины 17 века. Видно, что они побыли в огне, то есть как раз тот самый пожар 1778 года, во время которого Ямская слобода пострадала.
Когда-то изразцы, вероятно, украшали печь в зажиточном доме. Это одна из древних находок, обнаруженных на раскопках в районе Театральной площади Владимира. Их проводили с мая по август 2018-го перед строительством нового фонтана. 400 лет назад рядом с Золотыми воротами располагалась Ямская слобода. Судя по историческим источникам, там находились усадьбы и жилые дома ямщиков, несколько административных зданий, две церкви и погост. Их и пытались обнаружить археологи. Основная мощность культурного слоя была сильно повреждена на рубеже 19-20 веков, когда улица Дворянская стала приобретать современный вид, когда началась кирпичная и полукирпичная застройка этой улицы. Другое дело, что ниже уровня материка уходили очень масштабные полуподвальные и подвальные помещения построек 17-18 веков. Откопать удалось части подвала съезжего Ямского двора 18 века. А вот церквей и погоста не обнаружили, как и средневекового слоя 12-13 веков. Лишь единичные фрагменты древнерусской керамики. По словам археологов, культурный слой со следами жизнедеятельности человека располагался на глубине всего в несколько метров. Кстати, раскопки на Театральной велись на разных участках. Общая площадь работы хватила более 570 метров. Таких масштабных раскопок здесь еще не проводили. Обнаружить удалось немало находок. Среди них бытовые предметы. К примеру, аптечные и парфюмерные пузырьки 19 века. Товарные пломбы, замки были неожиданности. Это штык-нож, причем штык-нож французского образца от винтовки 70-х годов 19 века. Откуда у нас это в слое, тоже совершенно непонятно, потому что этот штык-нож происходил из ямы, заполненной строительным и бытовым мусором, опять-таки, конца 19-го, середины 20 века. Вот, к сожалению, связать его с чем-то довольно сложно, но сама по себе находка очень-очень интересная и редкая. Неожиданностью стал и откопанный боеприпас времен Великой Отечественной. Археологи сразу же вызвали на место раскопок спецслужбы. Работу прервали, всех людей эвакуировали. Находка оказалась заржавевшей 82-миллиметровой миной. Взрывотехники вывезли и подорвали ее в безопасном месте. А еще в подвалах сараев прошлого века нашли американскую мясорубку середины 20-го столетия и немецкую гранату. К счастью, от нее остались только фрагменты корпуса. Археологи рассказывают, все, что нашли, передадут в музеи. А вот итоги сезона подводить еще слишком рано. В этом году начало осени пока теплое и сухое и позволит провести раскопки еще в Суздале и Муроме. Маргарита Махрова, Дмитрий Журавлев, 6 канал. Приняли в юные пешеходы. В школах города после летних каникул проводят уроки и классные часы, посвященные безопасности на дорогах и улицах. Особое внимание – начальным классам. Необычное занятие для первоклашек сегодня провели ученики 37-й школы. Чему научили ребят и как стать юным инспектором дорожного движения, расскажут мои коллеги. На этом необычном занятии о правилах дорожного движения первоклашкам рассказывают ученики 5 класса. Сегодня у малышей посвящение в пешеходы. Для этого нужно проявить свои знания и выполнить разные задания. Старшие школьники разыгрывают поучительные сценки о том, почему нужно быть внимательными и осторожными, переходя дорогу. А еще предлагают отгадать загадки на знание сигналов светофора, разных видов транспорта и даже дорожных знаков. Я загадываю загадку, вы находите этот знак среди вот этих картинок и показываете его. Верно решить задачки ребятам помогает и настоящий инспектор ГИБДД. Он тоже пришел на занятия и напомнил, что правила безопасности нужно не только знать, но и выполнять. Я хочу, чтобы вы мне пообещали, что вы будете соблюдать правила дорожного движения и всегда их выполнять. Обещаете? А мы за этим понаблюдаем. Тематические задания для школьников в начале учебного года проходят во всех образовательных учреждениях города. Особое внимание младшеклассникам, которые только учатся быть самостоятельными и во многом берут пример со старших. По данным госавтоинспекции, у Владимира с начала года произошло более 30 ДТП с участием несовершеннолетних. Более половины из этих происшествий произошли с пешеходами. Пешеход – это самый уязвимый участник дорожного движения. И в случае, на первый взгляд, несерьезного дорожно-транспортного происшествия может получить серьезные телесные повреждения. Поэтому акцентируем внимание при обучении подрастающего поколения именно на поведение их в качестве пешеходов. Уберечь детей от беды – главная задача таких занятий. В 37-й школе Владимира есть даже специальный кружок юных инспекторов дорожного движения. Он появился одним из первых в области более 5 лет назад. Мне хочется водить машину и быть профессиональным водителем. А для этого нужно много знать, поэтому воспитанники кружка посещают автогородок, изучают правила, участвуют в городских, областных и всероссийских
всероссийских конкурсах. Секрет успеха в творческом подходе к ученикам. Требования дорожной безопасности они усваивают с помощью игр и необычных заданий. Они понимают у нас, чем это чревато, все вот эти нарушения правил дорожного движения и вот это, ну, как бы вольное такое поведение на дорогах и вблизи дорог. То есть мы их этому учим на примерах. Вот, поэтому, в общем-то, нас результат устраивает. В этом году мы стали победителями городского конкурса «Безопасное колесо». Нас ждет сейчас областной конкурс. Кроме того, в прошлом году мы стали лучшей школой города по преподаванию правил дорожного движения. Первоклассники со всеми заданиями справились. Такой урок понравился всем. Вот что ты сегодня узнала? Как правильно переходить дорогу, правила дорожного движения. Чтобы мы знали правила дорожного движения и чтобы нас не сбили машины. В конце занятия первоклассников ждали подарки, настоящее удостоверение юных пешеходов, памятки о безопасном поведении на дороге и светоотражатели, чтобы быть заметными на дороге. Влада Миткова, Маргарита Махрова, Артем Горчаков, 6 канал. На этом все. Далее вас ожидает блок полезной информации и прогноз погоды. Спасибо, что провели это время с нами. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи. Спонсор прогноза погоды – оконная компания «Плафен». Гарантия уюта и комфорта в любую погоду. Сегодня ночью во Владимире будет малооблачно. Дождей не ожидается. Температура воздуха плюс 15 градусов по Цельсию. В Владимирской области завтра будет облачно с прояснениями, временами солнечно. А столбики термометров покажут 20-23 градуса тепла. Ветер восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 50%. Окна «Плафен» премиум-класса из пятикамерного профиля по цене обычных пластиковых окон. В кредит без первоначального взноса и переплаты на один год. Проспект Ленина, 5.